Общественная организация «Содействие обороне республики» отмечает 30-летие. В начале 90-х она стала преемником ДОСААФ. Сегодня треть призывников в армию – ее воспитанники. Организация поддерживает и развивает военно-прикладные, технические и авиационные виды спорта. Организовали и создали новые клубы, школы, а также новый тип обучения лицеи и колледжи. В пространстве Советского Союза, бывшего Советского Союза, сегодня СНГ, единственный в структуре нашей организации существует технико-технологический колледж, который занимается подготовкой молодежи по техническим специалистам не только для нужд народного хозяйства, но и для потребностей вооруженных сил. В состав организации «Содействие обороне» входят десятки технических автомобильных школ и также клубы авиационные, стрелковые и служебного собаководства.